Вот пользуюсь случаем, анекдот. Значит, приезжает Ашот в Москву, открывается дверь, трап, и там толпа людей. Вау, то-то Кутуньо, то-то Кутуньо. Ашот растерялся. А, я не то-то Кутуньо, я Ашот, то-то Кутуньо. Подъезжает лимузин, сажают Ашота туда, Ашот орет. А, я не то-то Кутуньо, я Ашот. Поехали в пятизвездочный отель, толпа встречает, то-то Кутуньо, ара я не то-то Кутуньо, ара я Ашот, все, завезли, люкс номер, супер, Ашот злой ходит, ара я не то-то Кутуньо, ара я Ашот, ара я не то-то Кутуньо, я Ашот. И вдруг дверь тихонечко так приоткрывается, такая девочка прям, супер красавица, то-то Кутуньо, Ашот. Лошатами кантаре. Привет, друзья! Вы на канале Анекдот Транзит от Карыча. Продолжаем читать анекдоты, которые вы мне отправляете. Ну, антураж такой, будем читать веселые кавказские анекдоты. Сейчас. По улице застроенной девушкой идут три кавказца. Один говорит: я бы такой девушке дал 1000 рублей. Другой говорит: а я бы 100 тысяч. Третий говорит: да я бы ей отдал и квартиру, и машину, и бриллианты. Девушка оборачивается и спрашивает: а кто из вас говорил последний? Девушка, иди отсюда, иди. Тут мужской разговор. А сейчас горит. Сейчас переверну. Так, все, продолжаем. Сидят три кавказца, пьют вино, а мимо них идет похоронная процессия. И один спрашивает: эй, люди, кого хороните? Хорошего человека. Но много пил, много курил и всю жизнь с разными женщинами гулял. Через некоторое время еще одна похоронная процессия, и другой спрашивает: эй, люди, кого хороните? Это был очень хороший человек. Никогда не пил, никогда не курил, с женщинами не гулял. Третий думает, говорит: слушай, всего 1 час разница, стоит оно того. Наливай! Друзья, на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях свои анекдоты, которые я буду читать. Пока-пока. Каши. Yes, I love.